Короче, связались со мной ребята из покер-дома и такие: Санек, застрим нам покерок. Мы тебе полтишок на счет. Ну, практически было именно так. В общем и целом, я хотел наконец-то попробовать сыграть турнирчик. И меня что подкупило, что как бы здесь можно просто банально завести профиль и залогиниться прямо на сайте. И, как я понял, без клиента играть. Вот сейчас и поглядим, как оно все дело будет работать. Я же мам жамку играть. Пожалуйста, найдите время, чтобы загрузить последнюю версию флешплеера для просмотра данной страницы. Эй! Мне говорит запустить флеш, разрешить. О, он мне запустил флеш. О, нормас. О, нормас. О, нормас. Загрузка ресурсов. Пожалуйста, подождите. Я надеюсь, мне сейчас нигде логиниться не придется. Потому что мне тогда придется все сворачивать. Опа, опа, опа. Ваш браузер заблокирует подсказочный экран. Пожалуйста, проверьте настройки браузера. Вот собака, браузер. Не надо, не надо, не надо. Так, я хотел турнир сыграть, само собой. Кэш игры, Венфол, китайский турнир, Амаха, другие. Холдом, конечно, холдом. Белогорск, Реал, деньги, давайте на Реал, конечно же, играть, мы же богатые, 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 мне же навалили $50. Быстрая посадка, пустые, скрыть, пустые, полные, так, фильтр, подожди, кэш игры, Вентфол, китайский, турнир, вот же турнир же можно сыграть. Re-entry, free roll, 50, за $1 вот есть, 16 апреля в 20:00, сегодня какой апреля у нас, 16-е? А, блин, 20:00 это когда, поздняя регистрация, а, это я могу в позднюю регистрацию зайти. В процессе регистрация. Через 5 минут найдется прогрессив re-entry. Key прогрессив через 5 минут. Но мне не нравится, я бы лучше в позднюю регистрацию зашел. Вот, мульти-баунти 150 USD, JTD, RDA. 15 игр, 15, игроков 15-17. То есть я могу сейчас сюда влететь. Да? Да, я могу сюда влететь. Так, пригласить table 1, min, max. Та-та-та, пригласить, регистрация, регистрация. Так, взнос $3, турнирные деньги $3. VIP баллов у меня никаких не будет, у меня просто будет... Просто взнос $3. А почему я не могу за него внести? Внести ничего? А, все правильно, я должен был нажать сюда. Вот у меня до этого кнопочка не горела. Регистрация. Успешно зарегистрироваться на этом турнире. Детали, открыть мой стол. Хорош, давайте. Так, где мой стол? У меня $47. Показать игроков, детали, описание. Открыть мой стол. Я жму открыть мой стол. Почему он не хочет открывать мой стол? Открыть стол. Открыть мой стол. Так, ваш ранг 17. 18-16 на двух столах. Я уже должен играть, но у меня пока не играется. Так, сейчас, секундочку, дайте-ка я проверю, чтобы все запускалось. Все запускалось. Так. Так, да. Так, здесь проверяем. Здесь проверяем. У меня сейчас все здесь должно работать. Поздняя регистрация. 17.19. F5. Должно работать. Чтобы стол открыться, разрешил всплывающие окна. Я понимаю, это окна щелкай по замочку в адресной строке. Щелкай по замочку в адресной строке. А у меня нормально, у меня все с замочком в адресной строке идеально. Ага, разрешать всплывающие окна. Блокировать, всегда разрешать на этом сайте. О, всегда разрешать на этом сайте. Так, перезагрузить. Хорошо, хорошо, сейчас мы закроем все остальные. Закроем все, так. Покинуть, возможно, изменения не сохранятся, закрыть. Все отлично. О, давайте еще раз пробовать. Значит, я нажал на замочку, включил всплывающие окна. И теперь могу играть из браузера. Как зайчик. Как зайчик, как зайчик, как зайчик. Хорошо, бежим, бежим, бежим. Так, здесь на весь экран. Пожалуйста, бе-бе-бе-ми-ми-ми. Ваш браузер заблокировал всплывающие окна. Всплывающие окна блокировать по умолчанию. Всегда разрешать на этом сайте. Окей. Теперь мне перезагрузим страницу. Делать ставку мне не надо, спасибо. Так, идеально. Так, в игру меня идет загрузка. Это он меня в игру уже, наверное, пихает? Нет, мне не надо это. Да, во, в игру пихнул. Хорошо, так, где я сижу? Сержант 1988. Форест Гамп, Корней, Зима, Нехапа. О, все, я вижу себя. Я вижу себя, давай на весь экран.
Блин, а что ты не хочешь на весь экран? Иди сюда. Нет, ладно, хорошо, не хочешь на весь экран, так не хочешь. Я парень простой. 9 туз, это алын, это алын. 9 туз. Давайте, я только зашел. Автосброс, автоаддон, авторебай. Я не знаю, что такое аддон. 80, 80, 80. Давайте пока что посмотрим. Посмотрим, что здесь уравнять. Уравниваем 80. Так, я давайте сделаю красиво. Я давайте сделаю красиво. Я сделаю просто захват именно окна. Добавить окно. 3 доллар турнир. Вот эту штуку. Опа, опа, опа. Опа, опа, опа. Опа, опа, опа. Ну да, давайте так. Давайте так, почему нет? Здесь как бы можно еще чатик подгрузить, но я думаю, что не надо. Оно просто небольшое такое. Я могу его развернуть на весь экран, кстати? Нет, не могу. Все, да, все тогда так. Так, они уравнивают. Все чуваки пофалдили. Хорошо. Поехали, поехали, поехали. Поехали. Так, давай, иди сюда, иди сюда. Иди сюда, я готов блефовать. Черт, черт, я себя... Я себя за... Устройство заход надо выше повесить. Ай, хорошо, 10-5-8. Так, у меня все, у меня ребят стрит. У меня ребят стрит, я чувствую себя очень хорошо. Нет, у меня на самом деле фол. 10-5-8, у меня гашот, 3 карты. Никакой оверпары, ничего нету, все плохо. Все плохо, карт нет. 180 отдавать на это неохота. Неохота, ну нафиг. Давайте сфалдим. Да, нун 49. Да, да, дошло, доехало. Кстати, туз пришел. Если бы я остался в игре, у меня бы сейчас была бы пара тузов. Но, как известно, знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Две пятерки, два туза. Да, вот у меня бы, кстати, была неплохая дека. Надо, кстати, сейчас проследить за тем, с какими картами ребята заходили в игру, чтобы понять. Вот у этого была пара десяток. И у этого была пара десяток. У них очень зеркальная дека, зеркальные карты были. Я бы, кстати, переехал что одного, что второго. Ну, само собой, если у них одинаковые карты. Если у них одинаковые карты. Так. Может быть, как про играть на нескольких сразу турнирах одновременно, как вы думаете? Как про. Профессионал. Следующий перерыв, кстати, через 4 минуты. 2-9К. Даже смотреть свои карты не хочу. Но, по-моему, у меня там 2-8 были. Да, Нидерланды. Я из Нидерландов. Хапа, Нидерланды. Изимани, Российская Федерация. Ботфадер, Российская Федерация. Корней, 33, Российская Федерация. Форест Гамп, Российская Федерация. Вау, 3 бубны. О, я, кстати, могу внешний вид еще здесь менять, да, настройки. Автосброс, карты. О, карты. Во, вот это я больше всего люблю. Обожаю вот эту штуку. И зелененький цвет мне нравится. Посмотрите, какая красота. Ой, как это здорово. Да, ну он 49, конечно. Король, о боже. Пересадка меня пересадила за что-то. За что меня пересадили-то? Хватит, прекратите. Хватит. За какое время можно хорошо научиться играть в покерок? Слушай, на самом деле, если ты впитываешь как в губка, то достаточно на высоком уровне ты начнешь играть, ну, прям сразу. Вот почему нет. Но, как бы, смотря что для тебя понимать высокие. Высокие это когда ты можешь всех в своем двору обыграть. Я, кстати, думаю, что я... Я думаю, что я, кстати, уравняюсь с этими картами. У меня туз. Хочу посмотреть, как туз вообще сыграет. В своем двору ты обыграешь либо ребят быстро. Тебе надо там базовое знание интервьера и т.д. такая. К2-7. Пока у меня все плохо. Посмотрим, что Корней говорит. Корней, возможно, будет выбивать. Нет, Корней не выбивает. Корней спокоен. Вот инженер, возможно, будет выбивать. У него там вообще 5000. У Корнея, кстати, 14000. Откуда у них такие цифры? Как у туз-4. Все чекают. Все чекают, я тоже чекаю. Инженер должен на самом деле давить нас, потому что я не понимаю, почему он не давит. Как у JA4. Ну, у меня ничего нету. У меня ничего нету, если чуваки хотят чеками посмотреть, только за. Но инженер сейчас делает ставку. Этот инженер не хочет. Пара восьмерок. Просто Корней с парой восьмерок. Ну да, Корней перебивало что угодно, поэтому Корней правильно сделал, что не играл. 10-3 влетать в такой позиции. Меня почему-то вечно сажает в середину катки, и это отвратительно. Если можно початиться с ребятами. Йо. Йо, собаки, я Наруто узм... Нет, конечно, я не буду так делать. Я что, больной, что ли, олень? Хапа, как от того Монтезара на лени будут работать?
Два Молчезара на арене будут работать. Каждый замешает по 5 карт. Я не знаю, смогут ли они замешивать одинаковые карты, но каждый замешает по 5 карт. Непонятно, с чем забирают. Q7. Вот вообще Q7 одномастные, это учитывая, что я сижу в плохой позиции, это не очень хорошая дека. Не очень хорошая дека. Но в принципе, заходя на 80, мы такие, ух, ни хрена себе, мы заходим на такой ранней руке. Может быть, что-нибудь да хорошее да сделается. Кстати, здесь можно докупить. Вот в чем дело. Можно сейчас все деньги просрать. 240. Он играет со мной дуэль, и я согласен. Я с тремя игроками хотел бы посмотреть. Q7, 6-3-4. На удивление, у меня почти стрит. Мне не хватает пятерки. Я могу, в принципе, вписаться сейчас и понадеяться на то, что сейчас придет пятерка. Мы хотим так играть или нет? Мы хотим так много отдавать за пятерку. Думаю, учитывая, что здесь есть докуп, а у меня еще 3. Нехорошо. Нехорошо. У меня теперь остался только один аут на пятерку. Ставки повышаются, но он вообще горячий-пригорячий. Горячий-пригорячий. У него, наверное, 607 ставить уже нецелесообразно, потому что это треть моего банкролла. Если я уж начал, конечно, стоит, наверное, дожимать, но что-то мне подсказывает, что я не дособеру. Я думаю, что меня разводят, и я даже, ну, как бы, блефовал он, не блефовал, мне даже нет ни особого дела, я точно был не уверен в своей деке, в своей руке. Ну, нафиг, не будем с этим играться. Просто ни к чему. Ну, уравнивает. Ну, мне-то что? Я чекнул, как бы у меня 8 туз. Тут пришло 2 восьмерки, у меня туз. Если сейчас он будет быковать, то я бы сказал, что я бы хотел их погнать отсюда. Давайте, ребята, ставить. Может быть, вы не захотите играть. Уравнивает. 8 туз. Теперь давайте его вспугнем. 1/2 банка вот так вот поставить. Я думаю, что у него просто ничего нету. Поэтому я хотел бы банк постельнуть хотя бы. Так, перерыв, уровень продолжится через 4 минуты 30 секунды. Я, к сожалению, очень поздно зашел. Я, по идее, могу докупить, да? Если я докупить 3000 фишек, будет стоить мне 1 доллар 46. Докупок не ограничено. Ага, здесь можно как бы просто поддокупать, докупать, 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 докупать. Это явно байт. Байт на докупяке. Хотят меня докупить на докупяке. Пока что еще не хочу. Я на самом деле такой себе игрок, честно говоря. Не горячий. Можно пока откинуться и выпить чайку. Кстати, кто-то из вас может зайти ко мне на стол прямо сейчас. У меня даже задержки нет. Господи Иисусе. Это просто ужасно. Просто нет задержки. Что можем сказать? Мы хотим сказать, что грин горячий. А Botfather сразу начал за 10. Это, кстати, жесткая тема с докупанием фишек. Ты можешь реально влить очень многое. Ну, как бы такая получается ситуация. Ты как бы покупаешь 3000 фишек за билет на турнир. 3000 фишек. И потом как бы поднимаешь, и как бы ты можешь даже себе там уже 30 тысяч фишек вдонатить, и как бы ты будешь всех там банком делать. Очень прикольная тема. Открой вторым столом СНГ на 45 или 90, когда ты как раз на финальных попадешь, будет через час-полтора, Мазай говорит 88. Слушай, не, я сегодня, мы сегодня просто немножко времени уделим покер-руму. Покер-рум приятный, я могу как бы сделать вот так вот, вот так вот. Покерумчик приятный, здесь все так здорово сделано. В игроков 2000 сейчас онлайн. А, турниров 182, слов 235. Все сделано в... Все сделано... А что такое кристалл?
Мой VIP-уровень кристалл. Все сделано так прикольно, в браузере даже ничего качать не надо. То есть, как бы, обычно тебе приходится всякие клиенты качать, а вот здесь не надо. Очень приятно. Вот, ну а так-то все как обычно. Все как обычно. Но учитывая, что я на самом деле на покердоме уже играл, и хочу отметить, что здесь все достаточно приятно. Почему бы еще не поиграть? Почему бы еще не поиграть? Ну, собственно, сейчас у меня как бы совместная акция с Покердом. Как бы ребята, кто регистрируется по моей ссылке, могут получить $10 к депозиту. К сожалению, я точно не знаю, что там надо сделать. Точнее, не $10 к депозиту, а $10 без депозита. К сожалению, я не знаю, что там в действительности надо сделать. Вот. Там какой-то баннерок классный. 50 билетов по $1000 в сателлитах на Покердом. Вот, я, к сожалению, не знаю, какие именно условия того, что получить, но, в общем и целом, по моему промокоду, по моему промокоду, вы, ребята, которые даны в ВК, вы можете, собственно, получить вкусняшку. Так, здесь, наверное, окно. Где у нас окно? Сделаем вот так вот. При этом, при всем, как бы мы прикольные такие рекламные картинки нарисовали. Я, короче, узнал все. Там надо сфотать паспорт и все данные. Понятно. Ну, типа, чтобы все было уникально. Ну вот, да, нормально. Почему нет? Учитывая, что среднестатистический человек не укрывается ни от кого. Просто фотоешь, всю фоточку присылаешь, такой, оп-оп-оп, десяточка долларов. Хап-хап, на счетик, можно поиграть. Выигрыш есть, можно поесть. Мы, кстати, именно на Покердоме, когда играли, по итогу, когда мы с Подексом в прошлый раз играли, именно тогда на Покердоме, мы еще и выиграли, так, подожди, окно 2, а почему ты мне окно не показываешь сейчас? Сейчас, секундочку, дорогие друзья, окно 2. Сейчас, секундочку, добавлю еще раз окошечко. Это не очень удобно. Не очень удобно ОБСом захватывать, то есть как бы с окном-то все в порядке. Ладно, давайте пока так. Давайте пока так, так удобнее. Так, 8J, почему-то дилер... А, так это моя, да, моя ставка. Моя ставка справа от меня. Моя ставка справа от меня, у меня сейчас малый блайнд. А корней 33 повышает сразу. И 450 показывает грин. Грин явно очень агрессивный. У него даже бычан на аватарке. Я, честно говоря, не верю, что я смогу его перебороть с 8 валет. Поэтому пока уходим. Пока уходим. 7-4К. А теперь что, чекаем? Сначала влетели с большими ставками, а потом чекаем. Окей. Ну, Корней на самом деле имеет достаточно высокий банкролл. Другое дело, что это, по сути, стоит денег. Стоит денег, и он как бы решает не воевать. Дама 8 одномастные. Позиция у меня очень поздняя. Если сейчас никто не заставит меня дорого платить за то, чтобы войти в игру, то я постараюсь войти и попытаться что-то вытащить. Все пофалдили, я думаю, что уравнять 100 это даже хорошо. Можно даже поднять немножко, как бы ререйс сделать. Думаю, что как бы со своими картами у меня, в принципе, шансы хорошие. Вот уравнивает инженер. И шершеню тоже уравнить. 8, 4, 6 туз. Чекает шершень. Я думаю, что пора уже банк ставить, как бы сказав ребятам, что, ребята, у меня вообще-то комбинация, я не знаю, о чем вы говорите, но я ставлю банк. Не знаю, о чем вы говорите, уважаемый, но я ставлю банк. Я ставлю банк. То есть у меня есть комбинация. Шершень. Он тоже фолданул, хорошо. Как бы просто забираем банк. Мы тут сейчас даже уже... Без карт, без особых. Сейчас будет та же самая ситуация, что в прошлый раз. 210 так быстро повышает. Я не знаю, может быть, он просто горячий. Может, он горячий, но если как бы...
Если, кстати, много народу войдут, я войду, чтобы попробовать 8А разыграть. Если разводет только он, то я даже не знаю, стоит ли платить 210, чтобы... стоит ли платить 210, чтобы что-то здесь предпринять. Так, фал зафалдили. 210. Будем с 8 туз платить 210. Давайте посмотрим, давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Тут такая ситуация, что пассивить тоже лишний раз не надо. У нас тут всего 3 играет. 8, 8, 8, король, туз. У меня пока чеки. Я посмотрю, может быть, черва придет, и я тогда буду вообще с флешом. Черва пришла, у меня флеш. Скорее всего, флеш есть у кого угодно. И может быть, ни у кого его нету, и как-нибудь я там, знаете, так. Давайте сделаем вид, что у меня нету флеша. Чек. Мне надо, чтобы они заплатили, но они оба бедные. Я думаю, что я как-то просто так, знаете, как бы нежную такую ставочку 425 сделаю, чтобы, типа, знаете, их попытаться обокрасть. Может быть, они будут думать, да, он блефует, у него ничего нету. Вот, но они даже на это не купились. Даже эта ставка была для них слишком высокая, одна вторая банка. Ну и ладно. О боже, покет короли. Как же здорово. Я хочу 200. 200, да я ререйс сделаю. Просто ререйс. Просто ререйс, ребят. У меня покет короли. Это просто ререйс. Давай, сгорячись. Вот этот чувак очень агрессивный. 200 ставит. Какой 200, ребят? Какой 200? Вы чего такие нежные-то? Вы что такие сладкие-то? Идите сюда. 500, ребят. 500. Фолд, фолд, фолд. Что такое, ребят? Давайте, может, поиграем? Может быть, поиграем, ребят, все-таки, а? Покажите мне. Покажите. Покажите мне. Господи, как же он игнорит пустой чат. Что такое, Оленька? Этот шершень, похоже, плавает. Ну, слава богу, он уплыл от меня подальше, потому что если бы он решил меня их вскрывать... Опа, агрессивничает, агрессивничает. 500 заколировал. Уравняли. Ой-ой-ой-ой-ой. Что такое, ребят? Что такое? Какие-то карты у вас есть? У меня все очень здорово. Вы у меня заплатите просто... Я согласен только на банк. Я согласен просто только на банк. Банк. 1720. Поставить. Чекеры вы мои сладкие. Вы не увидите ни флопа, ни терна, ни ривера. Только если вы не горячий. Только если вы не горячий. Грин может подумать, что я сейчас фейкую. Грин может подумать, что я сейчас фейкую. Но мне индифферентно. Вот, он думает, что я фейкую. Ну, я делаю all-in. Я делаю all-in. Я делаю ва-банк. Ва-банк поставить. Я не фейкую. У него 3-2, и он отлетает. Нет, он отлетает, потому что у меня пара королей. Что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Кто этот замечательный игрок? Кто он? Кто он, ребята, скажите? Скажите, кто этот мессия игры? Ладно, конечно же, я слабый игрок покера, меня просто закатило, потому что этот парень агрессивный. Да ты троллишь меня, как можно не увидеть два обращения выше? Как же ты обожаешь запарывать шутки? Ну прости, Оленька. Ну, там не видно, не видно было, она уже убежала наверх. Давай, давай снова шутку. Давай, я создаю ситуацию, давай, пам-пам-пам. У меня пустая голова, я готов. Так, ой, я не переключил, да? Я не переключил, да? Я не переключил. Дайте, пожалуйста, я переключу на покерок, потому что на самом деле, как бы, я не должен ставить, не должно у меня быть покера. Так, покер. Texas. Texas Hold'em. Texas Hold'em. Poker. Update information. Так, и здесь. А, updated. И здесь. Тоже, кстати, Texas Hold'em Poker. Texas. Texas. Telltale. Texas Hold'em Poker. Изменить. Все, изменил. А папа. Так, где у меня игра? Игра. Скорее. Ой, у меня валет. 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 Время 30 секунд. Типа у меня овертайм пошел какой-то. Ну ладно, давай уравняю. У меня какой-то пошел овертайм. Так, у меня там, смотрите, чатик открыт. Сейчас тут можно всяких увидеть. Так, ладно, давай я открою на заднем плане покердом, чтобы так было нежнее, аутентичнее. Поставил 5450 ва-банк, свалет просто горячий.
Горячий при горячий фолд. А, меня что ли? Меня ждете? Я думаю, тебе 5000 поставлю с валет, 8 одномастные. 9-9, король-король. Король-король пришел. Пока. Каре! Каре королей! Воу! Вот это рофл штомпет! Вот это рофл штомпет! Это просто... Просто экспеки невероятен. Получает критический урон. Сделать алын, проиграть до флопа алын и быть штампанутым. Быть штампанутым к парой королей. Воу! Точнее, каре королей. Воу. Да уже поздно, ситуация прошла 2 партии назад. Оленька, ну расскажи, ну прости, hate you, ну прости, родная. Да обязательно мне пошути еще. Любимая, ты же знаешь, я обожаю твои шутки. Они такие восхитительные. Особенно те, которые я зафейливаю. Наружку. Там ребята табу нарушают, бабу Любу поют. Ожидаем ребаев игроков. О, Аку. Аку Анкирадж. Анкираж, с Анкиражем я всегда играю, ребят. По-моему, Кираж и Куираж, да, пишется? Блин, фолд такой, как бы нежный такой. Фолдик, фолдик, я такой. Ла-л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 а. Триста, магическое число. 300. А, это 360? Ну, ладно. Trust me, I'm engineer. Ну вот, ну не дали мне Аку сыграть. Что вы такие нежные-то? Что ты такой нежный? Что ты такой пусечный пусик-то? А, ладно, если сейчас у меня 9-8, разномастные, это трешак и ненужные карты, но если никто не зайдет, я могу в принципе... А, нет, там 300 надо заплатить. Нет, 300, тогда все, валим отсюда. Автосброс. Фолд, 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 фолд. Уходим отсюда. Оля, на меня... Оля, хватит на меня грустную пеку точить. Что за дела? Хватит. Хватит, Оля. А, поставь на инфо. Что значит инфо? Ты меня пугаешь. 2-5-а. Это не грустно, это пека hate you. А, это не грустная. Но она такая, знаешь, типа... Но она грустная. Хейт, это же грустно. О, анкирадж снова. Это же все равно анкираж. С анкиражем мы играем. 350? Да я согласен. Давай ты тоже войдешь. Кос 7777. Ты же, у тебя же классные карты, входи. 580 поднять. Не, уравнять, конечно. Я как бы уравниваю так нежненько. 580. О, господи, ну и трешак! Да как так-то? Королики-то так мимо-то пролетели. 492, как я могу заплатить 492 на 2 короля? Как? 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 Объясни мне, игрок, что ты хочешь от меня, пошла вон. Хейт, это ненавижу, ретард. Так нет, в смысле, но все равно ненависть, это всегда очень грустно. Как бы ты когда ненавидишь кого-то, это как бы грустные эмоции, понимаешь, ты как бы... Оля... Оля ругает меня, Оля, ну не ругай. Уравнять? Нет, уравнять не надо. Запомните, помните, как нас учил Подекс? Уравнять плохо, повышать хорошо. 2940. Ты что, типа быкуешь? Типа быкуешь? Блин, у меня туз 6. Может быть рискнуть? У меня рука как бы чуть ниже среднего. Так, давайте сегодня... Давайте, как надо? Надо перекреститься и поехать. АК, А8, А6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Ну, понятно. Там выбран чат, а ты выбери инфо. Вот что тебе игры. Там выбери инфо. Инфо? А, вот, все, понятно. Все, спасибо. 4, 8, ладно, со 120 в такой позиции. Ладно, давайте поглядим. Одномастный все-таки, одномастный. Почти, ребята, почти получилось. Почти получилось. Чуть-чуть не хватило. Я на самом деле забатился воевать против этого, и у него действительно была не очень сильная комбинация. Технически, как бы я мог ему и мог его перекатать. Но вот у этого чувака, вот у этого, на самом деле, опасность представлял он, потому что у него была АК. Это вообще трындец. 360, 221. Ой, слушай, если так много будет народу играть, я согласен, я согласен. Я обожаю большие броулы. Броулы — это очень здорово. В них можно
поднять много, заплатив мало. Шансов на это, конечно, деленное на 5, но как бы зато при этом при всем, как правило, никто не может прочитать твою руку, потому что как бы играют не дуэль. Вот, кстати, 4-8, 5-6-3. У меня сейчас, если сейчас приходит семерка, если сейчас приходит двойка, если сейчас приходит семерка, двойка, если сейчас приходит девятка. Не, ну только семерка мне нужна в любом раскладе. Чек-чек, ва-банк, фолд, чек. У меня времени так мало, так мало, так мало, так мало, так мало. Слушай, ну давай я поставлю 300, как обычно. Давайте поставим 300. 600. Мне кажется, что я сейчас впалюсь в ванлын с этим чуваком, и мне надо надеяться просто на удачу. Просто на удачу. Впалиться в ванлын с этим чуваком и надеяться на удачу. Ладно, на самом деле я горячий парень. Я горячий парень. Я готов. Я готов, братан. Я готов. У него пара тузов. Давай сюда мою карту. Черт! Черт, почти! Почти! Я был так близок! Я был так близок! Я был так близок! Я был так близок мне! Господи, у меня было столько аутов! Как я мог недособрать? Как я мог недособрать, а? У меня было... Ой, как же я... Как же я мог недособрать, ребята? Как же я мог недособрать? Как я мог недособрать? Как может так не повезти? Ладно, нет, там, наверное, адекватно, что мне не повезло. Нет, на самом деле я был близок. Я был реально близок. Я реально был... Я реально... Мох Сидор. Я был близок, ребята. Я был просто близок. Ладно. Ну, вы знаете, ребят, я плохой игрок в покер. Я горячий. Для покера нельзя быть горячим. Нельзя быть горячим. Ребята молодцы. Хорошая игра. -$3. Минус мои $3. Нет. Почему я? Почему мои $3? За сим я, дорогие друзья, с вами на сегодня попрощаюсь. Это кармический... Это из-за того, что я твою шутку, да, не прочитал, Оль? Ну, прости. За сим я с вами сегодня, дорогие друзья, попрощаюсь. Напоминаю, что сейчас по моей... У меня есть персональная ссылка. Ссылка дана в ВК. Ссылку дам сейчас в чатик. Можно зарегистрироваться на Покердом, собственно, играть. Там есть фриролы. Там есть обыкновенные. Бездепозитные 10 бачей есть. Вот. Специально по моей ссылке. Вот. За сим я на сегодня с вами прощаюсь. Сейчас ссылочку кину в чатик. Большое спасибо, что были сегодня со мной. Немножко пикерка перед сном. Самое оно. Всем пека.